Световой фонтан, хантыйское солнце, золотой глухарь и серебряный барс теперь будут радовать жителей Сургутского района в темное время суток. Сразу в трех поселениях муниципалитета появилась архитектурно-художественная подсветка. С ее помощью местные власти решили позаботиться об эстетическом виде улиц и парков, а также о безопасности людей. В общей сложности из местного бюджета на освещение потратили 35 миллионов рублей. Однако в эксплуатации и обслуживании новое диодное оборудование обойдется дешевле прежнего. Используются современные энергосберегающие технологии, система потребляет меньше электричества, реже ломается и устойчива к суровым морозам. Дизайн помогали разрабатывать сами жители района. В элементы подсветки включена гербовая символика поселков. Это пожелание жителей. Не хватает света, не хватало радости. Вот, конечно, первоочередная задача – это переселение из аварийного жилья, дороги. Но и свет должен быть в жизни каждого человека. С ним веселее. Тем более у нас, видите, больше полугода темно постоянно. Поэтому освещение тоже должно быть. Вот сейчас посмотрим, что получилось. Вот у нас в трех поселениях – Солнечный, Барсово, Белый Яр. И если будет положительная оценка со стороны населения, безусловно, будем продолжать.